Авторская программа Светланы Приель «Приельские тезисы» производства студии «Фильматограф» была удостоена титула «Авторский проект года» на торжественной церемонии вручения премии «Элит-2018» от журнала «Элит Магазин». Церемония награждения состоялась в последний день осени в Москве в ювелирном доме «Эстет». Я бесконечно счастлива, что меня номинировали, что мою программу выделили. Премия «Элит» ежегодно вручается выдающимся представителям бизнеса, политики и творческой среды, которые за минувший год добились выдающихся профессиональных результатов в своей сфере. В этом году в числе номинантов и участников церемонии оказались Никос Сафронов, Анжелика Агурбаш, Елена Перелыгина, Глеб Матвейчук, Юлия Беретта, Наталья Лесниковская, Любовь Тихомирова и другие узнаваемые лица. В ходе церемонии награждения состоялся концерт звездных артистов и предпремьерный показ новой коллекции одежды дизайнера Анны Часовских. Без которой ничего бы не было. Это люди, которые в меня поверили. Режиссер Андрей Халенко и мой продюсер Алена Меркулова-Шмакова. Они передо мной.